Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видео покажу вам 5 лайфхаков для школы. И, кстати, если это видео наберет 15 тысяч лайков, то в следующем видео покажу вам целых 20 лайфхаков. Но перед тем, как продолжить, хочу посоветовать канал, на который обязательно стоит подписаться. Он посвящен различным топам и интересным фактам. Жуткие мутации, таинственные исчезновения, великие шпионы, теории заговора. Конкретно эти топы выделяются среди остальных. Прежде всего, очень интересными темами и качеством исполнения. Я залип на очень долгое время, когда впервые зашел на этот канал. Так что обязательно заходите и подписывайтесь. Я просто гарантирую, что этот канал лучше из всех подобных. Но мы переходим к первому лайфхаку. Если вы забыли дома ластик, то его можно заменить. Воспользуйтесь вот этой вот резинкой от ручки. Она также хорошо справляется со своей задачей, поможет в крайней ситуации. Если нужно срочно прогулять первые уроки, то воспользуйтесь этим способом. Пока родители спят, приведите их будильник на час позже. Таким образом, вы проспите первые уроки, получите объяснительную. И помните, что прогуливать школу нехорошо. В школе одноклассники часто тырят ваши ручки. Чтобы этого не происходило, поменяйте пасту красной ручки на синюю. Думаю, мало кому из ваших одноклассников вдруг понадобится красная ручка. Если вы проснулись и забыли зарядить телефон в школу, то воспользуйтесь этим методом. Переведите его в режим полета. Так вы отключите все беспроводные интерфейсы. И к выходу у вас будет уже около 60%. Весьма часто нужно читать что-то в книгах, но в последнее время они какие-то неудобные. Чтобы читать было удобнее, возьмите вешалку с клипсами. В нее зажмите книгу. Таким способом читать будет намного удобнее. В начале видео я говорил о том, что могу показать целых 20 лайфхаков в одном ролике. При условии, что это видео наберет 15 тысяч лайков. Цифра для моего канала немножко большая, но если постараться, то все возможно. Так что как только видео набирает 15 тысяч лайков, я сразу снимаю видео, в котором покажу 20 лучших лайфхаков. Поэтому рассказывайте друзьям, делайте репост, чтобы это увидеть. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Ну и также не забудьте подписаться на мой канал и ВКонтакте. Всем пока!